Спасибо за донат. Там женщина задонатила, Мария, 200 рублей. Спасибо большое. Донат, ну, написали там, сколько сможно. А сейчас у всех возможности тоже не очень всегда. Но, как говорится. Итак, спасибо большое. Что, фокусировка? Да, немножко фокусируюсь, потому что совсем ничего не видно. Ну, тут такое освещение, такая камера. Как у... Нормально камера, ну, на работе там. Я работал, не было возможности. Подработка, куда... короче, они работают. Ну, проще говоря, да, подработка. Не было возможности куда-то телефон вот положить. В штанах все время было. А работа такая, что все равно все время к чему-то как-то прикасаешься, все равно. Тяжелое, короче. Ну, проще. Ну, я не буду там подробности, я это не люблю. Все время такая работа была, то, что куда-то как-то ты все равно будешь касаться. Вроде первый вот месяц нормально вот был, ни разу не задевал, вот ничего, все нормально вот было. Второй месяц уже начали появляться, видел, что сколы появились, уже в верхней части появился скол. Ну, вроде, ну, не, думаю, ну, как, ну, вроде, ну, ничего страшного, работает. Когда ремонтировали, там сделали так, что проклеили не очень. То, что он у меня через месяц, после того, как я взял с ремонта, он у меня книжечка вот так расклеилась. Не надо приближать. Не надо. Я же вижу, что ты приближаешь, я знаю все движения. Не надо приближать. Трожопы же, все. Нет, никакие трожопы, не надо вот эти снимать, я не люблю. В тумане. Ни в каком тумане, нормально все. Как его... Он же шлейф снизу идет. И он расклеился, книжка. Вот так. Ну, я вроде проклеивал, как думаю. Ну, вроде нормально. Два раза проклеивал? Два раза. Потом еще раз проклеивал. И в итоге от таких вот, разумеется, открываний, то, что я проклеивал, все равно шлейф-то он тонкий очень. Ну, на 2 милости шлейф. Плюсом еще сейчас разбился сильно. Самый дешевый экран на Вайлберисе вот стоит 1200-1400 к такому телефону. Ну, хоть бах, доставка бесплатная. Ну, 3-4 мы его один раз ремонтировали. Ремонтировали, да, но мы ремонтировали нам его. Нам задонатили такую какую-то сумму. Ну, 5000, да, задонатили. Для нас это... Вот. А как говорится, Эмиль сказал, нас на ядре бонили. Да, набатонили. Набатонили, да. Как его... Он сказал, что экран будет стоить 4200 и за работу. Нужно там было дешевле сделать. Разумеется, намного. Плюс он китайку поставил экран, там помпа китайская видео. Не ксиомевская именно, я видел оригинальную ксиомевскую помпу, а именно такую вот. Вдобавок но экран... в то время мы этого не знали. Да. Если лоханулись как-то. Проще говоря. Проще, да. Проще говоря. И он, сейчас теперь. Сейчас. Я вот. Вот, сними. Снимай. Вот. И он такой. И он книжечкой вот так вот. Вот. Все. И шлейф, он не вечный. Пожалуйста, аккуратно. А чего аккуратно? Он экран разбитый уже, все. Шлейф-то, а это экрановский вот этот. И все, и поплыл дружок. Полностью. И вот тут вот он надколот, да? Да, он и тут надколот, и тут это надколот. Это как вот все, что заработало? Да, и вдобавок еще и задний. Телефон-то задний. Дорогой, 18 000 стоит. Да, и вдобавок и задняя крышка надкололась. Овчинка... Выделки это... не стоила. Да. Проедал больше энергии, нежели чем это затрачивал это вдобавок стирки горы, и плюс телефон накрылся. Да. И обувь. И греется здесь уходил сейчас сколько? Очень сильно, поэтому я. Вот тебе заработал, проработал только. Да. И греться стало здесь. Ух, как греется. Так вот. И греться вдобавок стал. Ну все. Ну ладно, не трогай аккуратно. Мне как-нибудь выключить его теперь. А что делать? Когда группа хорошо выключу, сейчас потом. А как? О, поплыл мозаичкой. Видишь, чуть-чуть стоит сюда, и я же шлейф выключу как-нибудь. Ладно. Сейчас он заблокировался, а именно выключил. В общем, я откладывал. Тебя не видно, Эмиля, пса. Я сейчас откладывал недавно, вот тоже. Ну, потребовалось вот там. Тоже пришлось потратить. На документы. Да. Ну, на документы там, я не буду говорить, какие там, зачем, чего, как. Потребовалось, пришлось потратить. Да, отложил 1000 и пришлось ее... Ну, 1200 у меня было отложено. 1100 у меня было отложено. Уже, считай, вот отложил, вот только вот. Ну, потратить пришлось.
Ну, вот так вот. Погодка, как его... Ну, это ты там дальше уже сама. Ой, да я сейчас... Я то гоняюсь, как угорелый, как говорится, ем все, слава богу, даже загорала, и как его настроение. А то опять обратно, все та же проблема. Бесконечно. То подсаживаюсь, как его, на водичку и лимон, и стакан молока, и 10 фиников. Ну, так вот. Сейчас опять дождики. То на рынке, там, как говорится, все то же самое. Столовые целый день, проедали. Да, проедали. 500-ка улетал. Целый день занято, да. Когда была возможность. И то иногда и один раз что-то помню. Такие тебе в теле попали, что после них актику да. приходил. Ну, тут еще телефон не был сломан. Я тут откладывал просто так. Тут телефон еще не был сломан, поэтому так. Это когда он сломался, тут уже мы экономнее стали. Четыре, 44 одежды на себя не оденешь, это? И 44 блюда не съешь. Ну, а сейчас потихонечку. Смотри, говорится. Время, потому что он может выключиться, ты даже не заметишь. Обычно, как его... Сегодня он суп готовил, я его пока еще не делал. И, в общем, может если быть, кто немного... хочет, как говорится, там, на помощь, там, сейчас, экран. Да, и сейчас... у кого возможность, там, как говорится, да. Сейчас и у всех, дай бог, буханку хлеба и сырок. Ну уж ты уж совсем... Сообщение, просто пишите сообщение, что там на телефон. Я закину их на сберегательный счет. У меня есть сберегательный счет отдельный. Я их закину туда, буду откладывать потихоньку. Тратиться не будут они, я буду чисто на экран. Ты уж совсем-то это, как его... Не, ну а сейчас что? Сейчас так. Сейчас у кого? Не зачерняешь уж совсем пока... Как говорится, живем помаленьку, как можем. Все, кто как может. Кто во что гораздо. Да. Да. Порой думаешь так, там, а получается, как говорится, наоборот, думаешь, выиграешь, а там... Проиграешь. Проиграешь, да. Походу, в этом году будут не мухи, а комары. Да. Но зато воздух свежий, и дышать хорошо. Прям воздух, прям... так вот. Все потихоньку, слава богу. Ну, вырубай. Картошку тушу там. Эмиль помогал чистил. Ну, так, жизнь давай. Летит как миг, короче. Спрашиваю, сколько времени, говорит, 17:40. Я говорю, ёлка, но уже вечер.